Итак, новый процесс подачи заявки в АИР. Как происходит? Тот человек, который хочет подключиться по вашей реферальной ссылке, то есть он должен при подаче заявки подключить, то есть привязать свой канал при подаче заявки. И в дальнейшем видео я рассказываю об этом. Смотрим. Например, человек зашел на вашу реферальную ссылку для того, чтобы проверить, правильно ли он зашел, либо неправильно, то мы, вот смотрите, мы видим, что у нас в адресной строке отображается наша реферальная ссылка, то есть Mustang 3/7, все отлично. Дальше, чтобы этот партнер прошел по этой реферальной ссылке, для этого надо нажать «Войти в свой аккаунт YouTube». После чего он как бы привязывается, привязка идет, нажимаем «Принять». Вот мы видим канал к АИР, привязка идет, да, как бы он, скажем так, будет, и вот мы видим, отображается, как бы, да, уже можем подавать заявочку, да, то есть имя, фамилия, дата рождения, email, skype, телефон, то есть немного, скажем так, облегченный вариант. Пробуем. Так, имя. Фамилия. Так, здесь мы убираем. Напомню, еще один момент. Я почему снимаю это видео, да? Чтобы немного, как сказать, предупредить, да, что АИР немного изменения произвели. Но технические работы будут вестись еще где-то неделю. Поэтому могут быть изменения какие-нибудь. Поэтому следите за новостями, следите за моим каналом. Я буду выкладывать видео, поэтому будете в курсе всегда. Дальше. Skype. Так, Skype не туда вводим. Так. Телефон свой. 380-99-96-15-57. Все, подать заявку. Ваша заявка успешно отправлена. С вами свяжутся в течение 2 рабочих дней. Спасибо. Перейти на главную страницу. То есть, вот в таком плане подается заявка.